Сотрудники магданской таможни на морской границе изъяли нелегальную продукцию – 160 пачек сигарет, в которых оказалось больше 3000 единиц табачных изделий. Их незаконно везли на территорию России на рыболовном судне, которое прибыло из Охотоморской экспедиции. Контрабанду обнаружили в каютах, однако капитан объяснил, что это судовые припасы. Тем не менее, в таможенных документах они задекларированы не были. В отношении юридического лица, судовладельца, магаданской таможни возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкция по данной статье предусматривает административный штраф от 1/2 стоимости товара до 2-кратного размера. Все товары, которые по решению суда признают конфискованными, таможенные органы передают для реализации либо уничтожения в Росимущество. Так, за последние 3 года на морских судах таможня Магадана изъяла 7080 пачек сигарет.